Воу-воу-воу-воу-воу. Это что, ебучий новый влог? Бай-бай. Кажется, прошлый переезд в трэп-дом начинался с баскетбольного мяча. Вот я смог сказать. Куда бы его кинуть? Может, в мою новую машину? Бампер выдержал. Бентли. Добро пожаловать в Дубай. Сегодня я собираюсь показать вам свой дом. Пиздец. Сколько времени прошло? 2 года? Больше. Когда мы переезжали в трэп-дом? Больше? Боже. На том видео 17 миллионов просмотров. Блять, на этом хотя бы 100 тысяч будет, я уже... Не уверен уже, я уже скатился, сука, блядь, пиздец, конечно. Окей, это трэп-дом номер 2. Как его там? Новая тачка, новый дом, новая жизнь. И новая страна. 4. Let's go! Как тебе переход? Пойдет? Ну да. Ну, пойдем тогда в дом. Ну что, вопросы от подписчиков, да? Прямо да. Сейчас. Что с Диларой? Ты у меня спрашиваешь? Да, я видел видосик. Какой? Про измену. Какой? Ну, типа она у тебя там в душе, бля, моется, вся хуйня. С Кирой вместе. Ага. Так вот, что с Диларой, да? Это все фейк, мы вас просто наебали ради трека. Пойдет? Нормально? Нормально. Ну, верится в эту хуйню? Не особо. Угу. Ну, смотрите, давайте распетляем нахуй. Раз и навсегда, ебать. Все точки над. Дилара моя девочка, я ее обожаю, нахуй. Но как муж и жена мы больше не существуем. Потому что, цитирую одного классика, рок-звезда не может быть хорошим мужем. Рок-звезда не может быть хорошим парнем. Вот так. Но она моя девочка, я ее обожаю, блядь. Красоточка. Давай, тронь ее, ты умрешь. Это не угроза. Это факт. А, блядь. Ну, машина моя, которая жжби звучит, как пчелка. Понял? Нет, не понял. Ну, вот это типа... Ну, то, что нельзя смешивать с голосовыми Гордоном, понял? Ну, вот типа... Если ты возьмешь Гордона, его голосовые, и смешаешь с тем, как звучит твоя машина, ну, ты пидорас конченый. Ну, знаешь эту хуйню, да? Я извиняюсь перед Гордоном. Извиняюсь перед Бентли. Я не должен был вас смешивать, сука. Как вообще ездит? Слушай, ну, в целом, если педальку нажать, то едет. Ну, вот так вот, типа. Но, честно скажу, да, вот S63 MG, вот эта хуйня, намного пиздач ездит. Намного пиздач. Но это огромная, она как танк ебучий. Ты там садишься. А у тебя, где ключи от машины? Можете цепануть, пожалуйста? Я хочу подписчика посадить, чтобы он, ну, чтобы он охуел, бля. Там дорого, но едет она ебуче. Ну, честно скажу. Это же этот, как его, англичанин, ебать. Англичанин, ну вы их видели? Can you speak English? Yeah, sure, of course, ебать. Сядешь, поймешь. Окей, окей. Дай ключ, пожалуйста. Ключик. Пожалуйста. Yes, of course. Во-первых, давайте посмотрим на ключик, да? Wait. Давай, давай, давай. Я могу его так сделать. Чупс, ну. Фу. Ну, лошадь. Сами понимаете. Конечно. Во-первых, обзор на ключ. Он очень большой и тяжелый. А чем вещь тяжелее, тем она дороже. Поэтому толстые шлюхи дорогие. Вот это видите? Совпадение? Не думаю, нахуй. Как тебя будет включить? Самая приятная вещь этой машины. Подожди. Для начала посмотри просто на нее. Посмотри вот сюда. Посмотри на эти часики. На эти ручки, которые они попытались у Rolls-Royce спиздить, блядь. Не пищи нахуй. Ну, короче, хорошая, большая, кубики, смотри. Ой, очень красиво, угу. Дерево, 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 руль, мяч. Погнали дальше. Вообще, как обзор машины, это сойдет, нет? Ну, я думаю, сейчас эра быстрого контента, поэтому... Ну, она желтая, блядь, она хуярит, но не так хуярит, как эска, но внутри красивая. Ну, пошла она. Люблю ее. Вот, посмотри на нее. Прощайтесь.
Ну просто вот. Ты припарковался, закрыл ее, идешь домой, вот так остановился такой. Смотри, какие кристаллы в фарах, ну, блядь, просто... Кристаллы? Рассчитывал когда-то срок жизни Моргенштерна вообще? Ну, я всегда думал умереть пораньше, типа. Ну, потом понял, что это, блядь, долбоёбская вот эта затея. Ой. Life fast, die young, да? Uh-huh. Хуета ебучая. Live fast, die old, ёбаный в рот. Ну, жить, блядь, один раз всего лишь, к сожалению. Поэтому нахуй её обрывать наполовине. Да, в старости ебаном. Ссать сложно, блядь, вставать с кровати сложно, там все ломит, блядь. И ты, блядь, вот на эту хуйню опираешься, ходишь. Ну, а хуля, когда еще жить-то? Если вот так вот подумать, что ты завтра умер, да? Что ты после себя оставил? Да хуй его знает. Ну, типа, какие-то песни там, какие-то альбомы. Еще демок выйдет дохуя. Но все равно это все забудут. Рано или поздно. Окей, блядь. Может, оставлю на 2 года, а может, на 300 лет. Но все равно все забудут. Какая нахуй разница? В этот раз я решил не убираться, а показать вам трэп-дом в его естественном виде, блядь. Ну да, говно и что. Зато смотри, какие куриные стейки, блядь. Ну, иногда у нас бывает клининг, иногда здесь чисто. Ну, так уж получилось. Ах, похуй. Лезь в корзину. Можем на секунду паузу сделать. Прям выключить надо, да-да-да, прям выключить. Mm-hmm. Все? Mm-hmm. Склеечка произошла? Да, конечно. Вот, собственно, это наш, как это модно называется, холл? Не зал, это холл. Холл. Трэп-дом холл. У нас здесь есть карманный режиссер. Это Саня Романов. Он снимал такие известные работы, как «Пососи», например. Да? «Сердцеедка». «Сердцеедка», точно. Нахуй здесь? Я проснулся тут. Вот так все. А здесь у нас Слава Мерло. Вот, пожалуйста, Слава Мерло. Ну, какой трэп-дом без Славы Мерло? Сейчас пойдем к нему в комнату и трусы будем искать, нахуй. А, блин, я даже не знаю, как тебя представить, боже. Ты знаешь, ни одна из твоих работ, ее нельзя называть публично. А, менеджер. Я очень нихуевый менеджер, брат. Даже, я скажу, это кастинг-директор. В общем, бизнесмен. А у нас скоро выходит песня, возможно, уже вышла. Если вышла, пожалуйста, слушайте, ставьте лайки, пишите комментарии, если YouTube еще не заблокировали. А если не вышло, то скоро выйдет эксклюзивно на Рутубе, если они мне заплатят. Так, маленький обзор на стол. У нас здесь фольга, но это абсолютно не наркоманская фольга. Она для того, чтобы... Даже это объектив. А, точно. О, интересный вид. Теперь лишние мысли не будет поступать, да? Абсолютно. Подписчикам. Да, окей, хорошо. Такое они не заблокируют. Ну что у нас здесь есть? Шахматы и немножко алкоголя. Потому что мы стратеги, мы думаем и пьем. Мы так много думаем, что голова устает и приходится пить. У-у-у, голосуйте за Путина. Блин, кажется, не проходит, да? Это как... Ты можешь как Джеймс Бонд пистолетом выстрелить сюда? Давайте, ребят, чтобы вы понимали, а они же не идут, чтобы вы понимали, сейчас 7 утра, и нас Александр, ну, Санечка, который снимает, да, он застал нас врасплох, и мы как бы вот, ну вот собирались спать, но решили как бы показать дом. Поэтому погнали дальше. Окей, холл, похуй. Ах, сука. Что тут? Конфет. Хуй его знает. Машинка деньги считать. А потому что нет денег, все. Санкции, кризис. Spotify ушел. Отец умер. Денег нет, нахуй. Но зато есть карточки. Карточки с животными. Сейчас, пожалуйста, покажу. Это NFT, так? Да, вот, пожалуйста, смотрите. Вот.
Тигры. О, здесь разные животные. Ёбаный в рот. Чтобы вы понимали, это вот в Макдональдсе дают. Никаких игрушек, только карты. Ебануться. В сердце нашего дома. Только сначала надо воды попить. Это не вода. Я знаю, как вода выглядит. Она прозрачная, блядь. Почему ты меня пытаешься не брать? Почему тебе так часто хочется пить? Ну, потому что вода — это жизнь. Первый раз их вижу. Пойдем. Это не клево. Поменял мир? Я? Да. Ну, как минимум, у меня очень много последователей в музыке. Поэтому частично, может быть. Глобально нет. Детей оставил? Mm-mm. Даже не подтвержден? Даже в пробирку не подрочил. Реально? Бля, ну мы так разговариваем, как будто я сдохну сейчас. Ну, камон. Я бессмертный, нахуй. Меня любит жизнь, я люблю ее. У нас отличные отношения. Ху я сдохну, блядь. Если только кто убьет. А так хуй. Я бессмертный. И часа завтра умер, да? Нарезка. И потом следующий кадр в монтаже, ты лежишь вот синий. Бля, вот так. Вот это после себя, наверное, я ставлю, да. Вот так вот иллюзорно представляем, что где-то у тебя есть сын, о котором ты не знаешь. К примеру, да? Прикольно. И что бы ты ему хотел передать? Кайфуй, братик. Я тебе охуенные гены дал. Кайфуй. На хуйню не подкидывайся. Не верь долбоебам, которые говорят, что от ЕГЭ зависит твоя жизнь. Что тебе надо учиться на одни пятерки, блядь. Что тебе нужно образование, нахуй. Не верь всей этой хуйне. Даже если твоя мать эту хуйню несет, пошли ее нахуй. Пиздуй на улицу и изучай жизнь. Изучай жизнь. Не сиди дома, не делай уроки. Не играй в компьютер, изучай жизнь. Пиздуй на улицу. Хотя, хуй знает, может он вырастет, все уже будет в интернете. Короче, в ногу со временем, ебаный в рот. Если что-то не нравится, нахуй это. Если что-то нравится, ебашь. Все, блядь. Все ебануто просто. Все ебануто просто. А мать твоя шлюха. Мать твою ебал, дурак, блядь. Я здесь, а ты там. Хуй ты мне сделаешь через экран, блядь. Алименты хуй получишь. Сам заработай. А это могла бы быть бомба. Сын, мы живем в военное время. Если ты реально это смотришь, и ты не мутант из ядерной пыли, блядь, то я очень рад. Сердце дома. Это студия. Если в трэп-доме это был аквариум, блядь, перекрытый нахуй 2x2 всякой хуетой, теперь это максимально комфортабельное место. То есть ты вот сидишь, да, вот здесь, пишешь музончик такой, типа, нам пора обращаться, нихуя себе. И вот смотришь на бассейн. Ну подожди, пока не выходи, мы еще туда сходим. Просто повыебаться, да, например. И такой, нихуя себе. Не придумал песню, прикинь. Я просто не знаю ни одной популярной песни, кроме моих. Какая популярная? Ну, типа, пошутить. Что есть там популярное еще сейчас? Сложно, да, вопрос? Ну вот что сейчас популярно, пиздец? Не могу. Бля, пиздец. Дай подумать. Дай подумать. Бля, ну пиздец. Охуеть. Подожди, реально, ни одной... Нет такой хуйни, что ни одной русской песни не приходит на ум, популярной. Мне реально не приходит. Я не пиздец. Россия, священ... Сидишь здесь, пишешь песенки такой, типа... Все, кстати, готово для Твича. Надеюсь, на момент выхода ролика Твич еще не забанили, и он будет в описании. Шадурая степь, пизда, это вырежьте, потому что я им проебу, он задрот. Чувак всю жизнь играет в доту, вместо того, чтобы тёлок ебать, пухать и веселиться.
Стол, внимание, разноцветный. Никакой пропаганды. Можно стол взять, вот так поднять. Вот смотрите, пожалуйста. О-о. Стол поднимается, да? А в потолок его можно выкнуть? Стол поднялся, ну, я хотел купить стол, как я, блядь, я ж поднялся, и он должен подниматься. Вот, и ты сидишь такой, ну как сидишь, стоишь нахуй, и вот так вот, блядь. Вот тут микрофон. Где ж ты, тварь, блядь? О! И все, вот так хуяришь, типа. Па-па-па-па. Потому что когда стоя, амплитуда больше. Лайфхак абсолютно нахуй не нужный. Я обычно сидя записываюсь всегда. Ну, типа, вот эта хуйня прикольная. Я так делал только потому, что стол поднимается, надо деньги оправдать, блядь. Нахуй я за него платил вообще. Ну что, студия. Это все колоночки, я думаю, вы помните. Это все из России привезено. Легендарная пыль. Вообще, все абсолютно, что до этого было, все делалось на них. Они приехали. Кто там, бля? Кто там, нахуй? Романов. Ты же убьешься, боже мой. А кто мне будет клипы снимать? Ну ты убьешься. О чем я говорил? Похуй. Пойдем на улицу. Колонки привезли из России. Колонки, пиздец. Студия из России. И микрофон из России. Все из России. Я сосал. Нет, я не сосал. Обклеили все. Можете посмотреть. Вот. Очень красиво. Ебануто красиво. Но чтобы вы понимали, нихуя это не помогает вообще. Просто для красоты. Нихуя не помогает. Немножко эхо ушло. Шторкой просто, чтобы долбоебов не видеть. Ну, похуй. Я новый Мерин записывал на микрофон за 7000 рублей, блядь, в деревянной комнате. Там эхо так гуляло жестко, это ужас. И ничего, вроде, бля, просмотры есть. Окей. Из студии. Давай, готов? Ты накрутил вот эту хуйню? Накручено? Накручено. Ты что, накручиваешь подписчиков, блядь? Да, на объектив. Пиздец. Из студии выходим на задний дворик. Какой вот, ну, в жизни самый любимый запах у тебя? Запах? Да. Бля, ну, сука. Ну, первое на ум пришло запах Дилары. Обычно первое, что приходит на ум, это правильный ответ. Ну, некоторые, знаешь, думают, например, когда им зададут вопрос, а что ты Путину скажешь при встрече? Он такой, сложный вопрос. Воздуха жалко такой. Но обычно первое, что приходит на ум, это правда. Поэтому да, запах Дилары, пиздец. Это запах духов каких-то или человеческий запах? Тело. Надо женщину выбирать по запаху. Вот, кстати, тоже сын, блядь. Запомни. Женщину надо выбирать по запаху. Не по сиськам, не по жопе, не по всей. По запаху, нахуй. Бля, ты вот мне вопрос задал, и мне грустно стало что-то. От какого? Ну, от последнего. Когда грустно, с этим надо бороться-то? Нет, это надо кайфовать. Это же охуенные эмоции, когда тебе грустно. Это же пиздато. Есть люди, психопаты, да, которые не чувствуют грусти, не чувствуют эмпатии, не чувствуют ничего. Да, а я чувствую. И когда мне хуёво, я, бля, кайфую с этой хуйни. Потому что по-настоящему хуёво редко бывает. Ты сейчас искренний какой-то. Ну, слушай, у меня последние дни, типа, каждый день живу, как будто сдохну завтра. И типа, ну, если не скажу сейчас, когда скажу, блядь. Такие дела. Так ты же не собирался умирать? Я не собираюсь, но все может произойти. О, доктор звонит. Алло. Да-да. Угу. Угу. Не, нихуя. Окей, ладно, чё, как-нибудь справимся с этой хуйней. Давай, давай. Добро пожаловать на обратную сторону жизни рок-звезд. Ебать, тёлок и торчать, это, конечно, прикольно. Но всегда, когда тебе охуенно, после этого всегда будет хуёво. То есть в этом и заключается жизнь рок-звёзд? Что ты постоянно в пограничных состояниях, то тебе хуёво, то тебе супер охуенно, то тебе супер хуёво? Я не знаю, в чем она заключается. Наверное, жизнь рок-звёзд заключается в том, чтобы делать, что тебе хочется, блядь.
Что про друзей можешь сказать про жизнь? Про друзей? Надо сишку взять. Это что, реально моя жизнь, блядь? Это что, вот так, блядь? Слышите, птички поют. Ебануться. В общем, немножко похоже на трэп-дом, только там был бассейн хуёвый, и в нем купаться было хуёво, потому что он холодный, блядь. Такая погода у вас. Сейчас здесь... Ну, у кого... А, вы же не все из Москвы, да? Точно. В Москве такая погода. Ты же был сам в Москве. Ну ладно, похуй. Да похую. Водичка, кипяток. Можно заварить доширак и Сашу Спилберг туда кинуть. Собственно, джакузи, бассейн. Каждый день приходит вот этот чистильщик бассейна из порнофильмов. Вот это все, все листочки собирает, хлорирует. Ну, в общем, полная хуйня. Это грязь. Да, если вы за Инстаграмом следите, вы знаете, у нас долгая история. Я сначала хотел его вывести нахуй отсюда, потому что он заебал. Но спустя месяц я что-то так привык, так полюбил. Прям... Мы отвезли ее ветеринарную клинику, привили, почистили, помыли. И там нам сказали, что... Мы думали, что эта тёлка беременна, и мы такие, бля, ну ладно, похуй. А это пацан, сука. И он жирный просто. Он даже нам не родит котят. Уёбище, блядь. Ты. Да похуй. Он хранит энергию, поэтому, бля, водички надо попить. Как я говорил, убираться перед видео я не собираюсь. Это мы сегодня кушали шашлык. Вот, пожалуйста, остатки. Это люля-кебаб говяжий. Это, блядь, как его, стейк с тендерлоин, блядь, стриплоин. Короче, блядь, дороган, пиздец. Он еще и сыт, я хотел сказать. Ребят, это не по сценарию. Посмотрите, человек миллионер, живет в Дубае. Лист на жопе. Грязные треники. Грязные треники, сыт у себя во дворе, блядь. И пьет пивас. Хоть Хугарден, блядь. Ты бы что делал на его месте? А, сам тоже видишь. А что? Ты бы что на его месте делал? Я бы срал бы, нахуй. Андрюх, а можешь замутить? А? Ок. Что, тебе надо тормознуться? Ну, чтобы уснуть нормально. А. Бля, это что, желтый крикет? Он к несчастью. Пошел нахуй, я другую возьму зажигалку. Это наша скейтерская хуйня. Все скейтеры говорят, что, ну, уфимские, по крайней мере, что желтый крикет к неудаче. И когда я сломал себе ногу, которая у меня до сих пор кривая, блядь, вот, влево торчит нахуй, у меня был желтый крикет. Друзья. Я, честно, не знаю, что это, блядь. Ну, типа... Блин, не знаю просто и все. Помнишь своего первого друга? Оказался просто Саторч и собутыльник. И ничего кроме этого нас не связывало. Я так понимаю, ну, в моем представлении, друзья, это вот... Вот если у чела проблема... Несмотря на все, я поеду нахуй на помощь. И он то же самое сделает. Вот, наверное, в этом в моем понимании, друзья. Привык совсем справляться один? Ну, тут как бы ты просто не разочаруешься, если будешь двигаться один. Типа, если излишние надежды на людей возлагать, разочаровываешься. В ком разочаровался? Ну, я не буду говорить. Это низко. Условно, если меня спросить, кто твой друг, я не назову ни одного человека. Сорян. Как есть.
Ебать, я, наверное, сейчас скажусь, блядь, каким-то депрессивным уебаном, нахуй, обоссанным. Так это ж неплохо. Просто мне, ну, я не чувствую себя плохо. А, как говорил Фейс, это все мои детские травмы. А я люблю свои детские травмы, они охуительные. Что тебе дали детские травмы? Комплексы. Желание доказать всем, что я, блядь, пиздюваз. И это, ну, это послужило топливом. Я это сделал. Как меня гнобили в школе, нахуй. Пожалуйста, посмотрите на меня. Сосите хуй, пидорасы, вы в Уфе сидите. За что тебя гнобили в школе? За песни. Реально? Ну, когда только начал делать рэпачок, типа в 11-12, вот это выше облаков, вся хуйня. Старшики ебать угорали надо мной. А знаешь, когда тебе 12, и над тобой угорают старшики, ну, типа, это сложно воспринимается. Ну, бля, спасибо, реально. Поселили во мне зерно вот это. Выебать всех. Чем хорош бассейн? Тем, что в нем есть вода. Это мой дедушка здесь. Не трогай. Я называю его вежливо подписчик. Я, то есть, отрабатываю на нем просьбы сфоткаться. Вот, типа, бывает, можно фотку? А бывает вот так вот, стоишь, и, типа, можно фотку? Он рычит, когда его бьешь? Да. Нет, он просто там, похуй. А бывает со спины, да? Типа, бля, можно фотку? Бам! Ну, вообще, в принципе, я не против фотографии. Потому что мне нужно практиковаться на живых людях. Я не люблю фотографироваться. А если хороший подписчик подошел? Хороший? Да, вот. А как отличить хорошего от плохого? Просто понимаешь, нет, я просто не люблю фотографироваться, вот в принципе. Мне не нравится, когда я куда-то иду, чел такой, бля, можно фотку? И ради него надо, типа, остановиться, подождать. Он такой, ой, не... они еще, блядь, все, у них ручки дрожат, и они фоткают сначала на камеру вот туда, потом переворачивают, фоткают, такой, блядь, памяти нет, сука, сейчас. Давай. Блядь, смазалось. Короче, нахуй оно мне надо? Вот так и все. Так решаются проблемы. Но я не злой. Я просто гондон. У тебя же новые татуировки. Угу. Хочешь посмотреть на них? Ну, я-то похуй, а они хотят. Это же полный кринж, нахуй. Прикиньте, долбоеб микрофон набил. Или на ленточке не придумал, что набить, и оставил ее пустой. Просто оставил пустую ленточку. Подписчики, пожалуйста, напишите в комментарии, что мне набить вот здесь. Потому что я не придумал. Я придумал. Что вы понимали, смотрите, у меня пустая лента вот здесь. Уже 6 лет я до сих пор не придумал. 6 лет пустая лента. Я придумал туда. Давай. Микрофон. Смотри, какая сучка, блядь. И похуй, что это парень. Это наша девочка, блядь. Наша шлюха. Мы были уверены, блядь, месяц, что это тёлка беременная. Сжалились над ней. А это пацан жирный, блядь. Что ты? То густо, то пусто, шаришь. Бля, прикинь, какие-то челы спалили, что я реально сбайтил Оксимирона и Шока. Я думал, никто не заметит. Декодинг произошел, получается. Да, бля, пиздец. Я думал, все забыли уже эту песню. Ну вы красавцы, кто спалил, вы красавцы, реально. Кто спалил, скидывайте карту в комментарии каждому по 100 тысяч рублей. Не, лучше скидывайте себя в окно, нахуй. Осуждаю. Осуждаю. На ютубе можно просто вырезать. Сколько нужно денег для... Где финальная точка? Какая сумма? Не знаю. Ты всегда достигаешь какой-то точки и типа, бля. Ну вот сейчас вот я достиг вот этой хуйни. Так. Типа тачки, дома, хуйня. Это ювелирка. Теперь хочется самолет, нахуй. Вот самолет? Да хуя. По-моему, от... Ну, от 10 лямов баксов минимум самолет стоит. Плюс содержание, вся хуйня. А когда будет самолет, наверное, захочется еще что-то, блядь.
Ну, это типа в этом же и прикол жизни. Ты чего-то достигаешь, и тебе хочется еще, тебе хочется еще. Мы же люди ебаные. Больше всего хочется авантюризма какого-то, бля. Не типа быть каким-то охуенным, а просто чтобы в жизни происходил пиздец полный. А в последнее время в жизни такой пиздец, бля, что прям охуенно. Знаете, о чем мечтает Моргенштерн? У которого есть все. О том, чтобы просто уснуть. Вообще, вот, я пришел к такой хуйне, что когда ты можешь трезвый, быстро уснуть, у тебя все охуенно в жизни, короче. Если вы вот трезво, ну, в трезвом состоянии быстро засыпаете, вы охуенно живете, чуваки. Вы живете лучше меня, я даже так скажу. Потому что я трезвый не могу уснуть, не могу. Возможно, из-за этого я просто бухаю до такого состояния, когда я просто, блядь, падаю и отключаюсь. Или курю, или, блядь, какие-то таблетки кидаю. Просто чтобы уснуть. Типа, все идет к тому, чтобы уснуть. И когда, бля, ебануть, нихуя себе, что за... Я что, умный, блядь, что за мысли, нахуй? Ну, короче, если вы на трезвую реально можете уснуть спокойно, вы охуенно живете. Реально. Ты вот можешь? Ну, не совсем. Я причем знаю людей, которые такую хуйню в жизни делали, такой пиздец. И они просто вырубаются, нахуй. И вот хуй знает, как это работает. Наверное, им не вбили в голову эти понятия о морали, бля. У тебя есть мораль? Какая-то есть, да. Я, например, не могу наживаться за счет других людей, типа, прям вот. Это прям табу, нахуй. У меня ощущение, что я кого-то ограбил, блядь. Что кто-то сегодня домой не принесет еду, блядь, потому что я его наебал. Что думаешь про казино, про ставки? Да, блядь, ну... Хули тут думать, ну это пиздец. Ты типа людей, которые тебе доверяют, посылаешь на проеб бабок, нахуй. Это... Даже если Дрейк рекламирует. Вот я не буду, типа, ой, мои подписчики, я вас люблю, ня-ня-ня, вот эта вот вся хуйня. Да мне похую, бля, у вас своя жизнь, у меня своя жизнь. Ну, посылать их на проеб бабок, ну, я хуй знаю. Ну, блядь, ну, это пидорство какое-то, блядь. Это касательно интернета мораль. А касательно жизни... А касательно жизни, слушай, у меня, походу, ее нет. На самом деле, я так подумал, ну, что-то вот, что-то вообще поебать. Вот, блядь, как-то это странно, нахуй. Ну, бля, реально так. Бля, интересно, знаешь, вот этот наш базар меня каким-то выводом, блядь, подталкивает. То, что как я поступаю с близкими и родными, вообще похую, да? А как с подписчиками, блядь, не, ну это хуйня какая-то, блядь. Не, ну окей, касательно личной жизни, я никогда не продам близкого человека, нахуй, никогда, ни за какое бабло, нахуй. Ну это, по-моему, каждый человек так. Ну, типа, это не особо чем-то выделяется, блядь. Вообще, мне кажется, это придуманная хуета, обрезание мозгов вот так вот. Типа, это мораль, это совесть, вот так нельзя, вот так нельзя, вот так нельзя. А почему нельзя, блядь? Только внутренний голос на эту хуйню ответит. Ты его не спрашиваешь, а можно я вот эту хуйню, блядь, сделаю? Он такой, да ты что, ебанулся? Либо он говорит, да мне похуй. И все, бля, все, интуиция решает. Ебаный в рот, качайте интуицию. Из тех скиллов вот эта сила, интеллект, да, что там, ловкость, блядь, что еще там есть. Похуй, интуицию, блядь, все поинты, нахуй, в нее. Сколько телок выебал? Смотри, как элегантно, нахуй, да, хуярит? Как лев. Метро Голден Майер, нахуй. Еще пару вопросов. Давай. Че съебался? Съебался? В смысле съебался? Меня, блядь, просто выгнали. Когда вернешься? Когда пойму, что мне не угрожает швабра в жопу, блядь. Тогда вернусь. Блядь, я обожаю Россию. Я пиздец хочу проехать огромный концертный тур. Потому что я люблю деньги. Да и потому что, блядь, ну пиздец, я вот так по концертам скучаю. Вот недавно на 2000 дал в Израиле, ебать.
Ну а в Москве можно вообще на стадион нахуй на 10 тысяч дать. Это что, блядь, будет? Ебануто скучаю по концертам, это пиздец. Год уже не было. Но вот когда пойму, что возвращение не равно суицид, с кайфом. С кайфом, блядь. Это возможно? Я надеюсь. Ебать, ты зазумил, да, драматично? Я надеюсь, я ничего не... Ну, знаешь, судя по последним событиям, что-то предугадывать, но это ебать тупая хуйня. Я просто надеюсь, что все у всех будет охуенно, мы вернемся и разъебем, блядь. К сожалению, 90% хуйни в жизни не от нас зависит. И это надо принимать. По-другому никак. Такая хуйня. Ну, кстати, вы меня заебали, пойдем в дом. Хорошие очки, брат. Брат, а собственно, нашел и радуюсь. Все наши ребята шарят за стиль, обратите внимание. На секундочку. Комната, не знаю, одежда, гардероб. Моя комната, о боже, блядь. Это слишком интимно. Ты же любишь своих подписчиков. Ну, не знаю, блин. Ладно, камон, ёбаный рот. Сколько тёлок выебал? Вот знаешь, набил, блядь, эту гитару на сотку, а нет, умножил в 10 раз, блядь. Я хуй знает, ну... Нахуй это считать вообще надо? Ну, примерно. Людям интересно. Ну, в диапазоне 200-300, я думаю, не больше. Что-то это дает? Не, нихуя. Сексуальный опыт какой-то прокачивается? Сексуальный опыт прокачивается с одним партнером. Бля, ну это, бля, уебищная тема, конечно, пиздец. Что именно? Ну, слушай, ну 90% из них это в тотальном просто алкогольном, блядь, вот, буйстве, я хуй знает. И ты вообще нихуя не запоминаешь это. Это просто как, типа, с утра просыпаешься такой, бля, походу ебался. Я, честно, вообще на трезвую вообще не хочу трахаться, мне похуй. Но вот когда, так сказать, 50 грамм дам. Писятика. Писярика как дам, блядь. Все, какое-то животное, вот эта хуйня проспалась. Блядь, сука. Разодрать, блядь, порвать нахуй. А так, ну чтобы, ой, бля, вот бы тёлок до хуя трахнуть. Никогда такого не было. Случайно получается. Самое большое количество девушек за один раз в сексе. За один раз или за одну ночь? Ну вот, типа, в моменте. В моменте? Да, как групповуха. Три. Больше надо? Хули с ними делать, блядь. С двумя-то уже непонятно, блядь. Одну ебешь, вторая, типа, ну, блядь. Окей. Рядом, нахуй. В телефоне. Это просто для галочки. Ебать, свет красиво падает, не? Вот так вот. Превью. Моргенштерн умер. Любимая поза в сексе? Доги стайл. Ну, по-русски раком, нахуй. Но звучит ебано. А вот доги стайл, да. Доги стайл. Я, наверное, еще пивка возьму. Угу. Есть что на стороне попиздить? Да. Ее. Ебануться. Вот это что, блядь? Мне это подарили очень давно. Еще до, так сказать, интересных событий. Интересных, я что, ебануться, блядь? Ну, короче, актуально ебануто. Повешу, наверное, себе на шею, вот так будет висеть. Что, я тут сплю, бля, и дрочу. И, в смысле, вот и салфеточки вытирать, вот и кошелек, нахуй. Сколько денег в кошельке? Обзор на деньги. Слушай, я думаю, нихуя. Ну да, пусто. А, посмотри на себя в зеркало. Обзор на себя. Ебать, я охуенный, блядь. Такие ровные усики. Татушки красивые, блядь. Тело ебанутое, поцелуйчик. Дреды. Ну, в общем, я себя люблю, честно говоря. Прикольный пацанчик. Здесь мой гардероб, но на него похуй. Если вам на него не похуй, вы долбоёб, блядь. Что с тобой стало, Алишер, боже мой? Что ты с собой сделал? Thank you.
запомните меня молодым и подписывайтесь на канал. Что бы сказал себе 13-летнему? Тебе 13. Слушай, я уже прожил охуительную жизнь. Ну, типа, в разы пиздачи, чем многие, кто прожил 90 лет. Ебанутую жизнь прожил, сумасшедший. Туалет тянет на откровение, да? Угу. Я часто, знаешь, прихожу сюда, ставлю свои демки и танцую просто перед зеркалом. Типа, так. Как я буду в клипе, типа, танцевать. Вот так себе представляю. Поэтому, наверное, я в клипе охуенно двигаюсь. Потому что я постоянно вижу себя в клипе. Сука, нихуя, кроме карьеры, не вижу, понял, в своей жизни. То есть, если карьера твоя сейчас прекратится, ты не видишь свою жизнь вообще? Mm-mm. Я, ну, типа, это для меня самое главное в жизни. Просто разъебывать. А ради чего? Внимание, как говорил Жарахов. Да? О, мне звонит доктор. Дорогие подписчики, всего хорошего. Вот ты давно знаком с Моргенштерном. Что вообще про него скажешь в трех словах? В три слова? Угу. Бля, добрый. Хуй знает, человечный, ебанутый. Принято, ебаный. Сучки, блядь. Есть еще прикол в цепях, в вещах, не знаю, какое-то потреблятство вообще присутствует? Ну, слушай, выглядит пиздато, охуенная тема. Когда ты в зеркало на себя смотришь, такой, йоу, нихуя себе. Да, поэтому что-то есть. Ну, типа, кайфую ли я, бля, от цепей? Да не особо. Костюм рэпера ебаный, брат. Просто знаешь, сам факт, то, что у тебя на шее висит 10 мультов рублей, блядь. А может, к тому времени рублей уже не будет. Ну, типа, 120 тысяч долларов, типа, на шее висит. А если в сумме, бля, там вообще пиздец, нахуй. Где-то полмиллиона долларов, понял, на тебе ювелирки, полмиллиона долларов. На это можно всю жизнь жить. Купить квартиру, машину, т.д. А это просто на тебе висит. И ты такой, типа, ну а хули? Что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Большую часть времени, наверное, даже не висит, а просто лежит. Да, лежит. Висит чисто на клипах, на каких-то мероприятиях. Ну, не, иногда одеваюсь такой, типа, ну, блядь, 2 килограмма на шее висит, сложно ходить. Лучший подарок, который тебе сделали в жизни. Подарок? Угу. Любой отрезок времени. Просто первое, что приходит в голову. Ну, когда Диларка вас привезла на Кипр. Я охуел, чел. Ебать, я охуел. Это было, это пиздец, разъеб. Возвращаемся к вопросу о друзьях, да? Кем ты себя окружаешь? Кем? Да. Но вокруг тебя крутятся люди постоянно, типа, кто они и зачем? Они, самое главное, они честные, не подходят вообще к никакому человеку в этом мире. Они прямые, они говорят все как есть. Нет, вот знаешь, вот этого типа лизоблюдства, блядь, что типа, бля, ты Моргенштерн, да, у тебя охуенный трек, а чисто, ну, да хуйня твой трек ебаный. Прямые челы, которые общаются как с человеком, а не как с артистом. 6 человек, которым я готов довериться, даже если они меня наебут. Наверное, вот это, да, друзья? Когда ты готов довериться, даже если наебут. Возможно. Как вы, блядь, как вы поете? Вы что, ебанулись? Странный тут псиц. Любимый свой трек. Мой любимый трек. Он еще не вышел на этот момент. Может, когда-нибудь выйдет. Будет называться просто Вот, наверное, он. Он прям настолько дорогой, блядь, что я бахую вообще. Что человек, родившийся в России, такой смог сделать. А из вышедших это все-таки Пососи, да. И Мэрин. Не могу определиться.
Не, наверное, все-таки Мэрин больше, это, ну, это же мой путь. Поэтому всю хуету, блядь. Особенно на концерте, боже, что это вообще такое? Любимый концерт? Ну, Адреналин Стадиум, Москва, когда на Мерсе выезжали на сцену, блядь, ну это пиздец, нахуй. Это что-то, это сумасшествие, это легендарная хуета. А можно не сверлить, пожалуйста? Я сделал все, что мог. Любимый фит? Не раз убивала. Мало кто знает эту песню, она вообще мимо людей прошла. Но это типа... Это же кумир моего детства, на котором я рос. И мы сделали прям в таком же стиле трек. Блять, я обахую вообще. Обожаю. Не раз убивала. Моргенштерна, Витя Ака. Бля, я не знаю, меня не покидает ощущение, что это реально последний интервью в моей жизни. И меня это бесит, нахуй. Не, хуй. Бессмертный. Что скажешь по поводу нового Алишера? Класс. Как ты мог этому чудищу голосовое отдать? Ебать, я научился нахуй. Ну, это проебчик. Согласен, мам, прости. Дорогие друзья, всем привет. Вы помните меня по таким клипам? Ли. О, бля. Лучше снимайте с Худяковым, пацаны. Вы помните меня по таким клипам? Как? Сука хочет денег. Трилл Пилл, Егор Крид и Моргенштерн. По клипу «Грустная веселая песня». По клипу «Ратата». Помните клип? Вот вы, это все мы. А теперь мы в Дубае. Обзорный дом, может? А, что мне больше всего... О, рубрика «Что мне больше всего нравится». Именно она. В этом доме... В этом доме мне больше всего нравится. Вообще, я Владик. Шоколадный задик. Стойте, подождите. Реально ли нужны сейчас тёлки? Нет. Кому нужна сейчас тёлка? Я Варин. А? Я лично Варин. А нахуя мы их вызываем? Если ты, блядь, если Оргия, то Оргия. Если не Оргия, то не Оргия. Бля, ёбаный в рот. Реально, ты как маленькие девочки не можешь тебя определиться. Что за хуйня? Да ты определился? Я определился, мне они нахуй нужны, я бабочка. Я просто хочу лишь одного уснуть. Хорошо. Я тебе помню, что сказал, что про член? Слушай, я думаю, тебе вообще надо со мной, знаешь, гонять, типа, и как про Канье Веста снять к фильм. Становление, ну, точнее, уже становление не получится, уже скатывание. Типа, вот топок к смертнику, бля. Топ-труп. Ой, блядь, нахуй так громко. Охуенно вообще это слушает. Извините, что за хуета, блядь. Если вот всю жизнь взять и оценить прямо сейчас. Все целиком? Да. С первого до последнего дня? Да. Ебать, охуенно. Весь секс, если взять, первый секс оценить и последний, что из этого лучше? Первый. Интересные эмоции новые, типа. В целом, литров алкоголя сколько выпиваешь в день? Примерно бутылку крепкого, 0,7 где-то крепкого. Как ощущения? Ну, так себе. Наверное, завтра брошу. Правильно, Сань. Потому что у нас есть жены. Ага. А есть порог понимания какой-то, который можно пересечь? Хватит. А. Всегда нужно больше, больше, больше. Я ж человек, ебать. Я никогда не буду рад результату, никогда не буду рад цели. Когда цель достигнута, нужна больше. Нужно больше, больше, больше. Но это вечно беготня по кругу, но хули. Хули еще делать. Если тебя признают лучшим артистом мира, ты успокоишься? Ну, на пару дней я успокоюсь. А потом что? А потом буду бороться за следующего лучшего артиста мира. Кто-то тебе все-таки в рэп-индустрии дал леща, да? Нет. А это что? Фронтеймер.
Красное вино на всех площадках, сука. Бля, красное вино — ебанутый трек на самом деле. Ебать, недавно переслушал, охуел. Как это живо, как это по-настоящему, как это... В наше время еще такого не делают. Еще и подкрепление бэкграундом. Ты можешь зайти посмотреть, как это все записывалось. Уф. Не кажется, что я рассуждаю как чел, который все уже проебал? И такой, бля, вот тогда было пиздато. Ну, похоже. Хуй, у меня впереди столько всего, ебаный в рот. Ну, как будто бы уже и не надо, блядь. Не знаю, пока затрудняюсь ответить на свой же вопрос. Вроде хочется мир выебать, а вроде и да и похуй уже. Просто пожить хочется по-человечески, типа, понял. Погулять там, попутешествовать. В чем проблема любви? Любви? Да. Не понял вопрос нихуя. Ну, твоя проблема любви в чем? Моя проблема любви. Ну, короче, у нас с Диларой абсолютно разное понимание, что такое любовь. Для нее это преданность, вот типа быть рядом с семьей, все дела. А для меня это просто, ну вот. Ну вот есть одна женщина в мире, блядь, которую я люблю. Остальных, ну, просто поебать хочу. Ну, типа, ну, я самец ебаный. Ну, блядь, понравилась, сука, выебал. Вся хуйня. Но они, типа, поебались и домой. А всего одна женщина, которой ты готов время уделять. Не просто ебаться, да, а, ну, вместе время проводить, куда-то съездить, блядь. Какой-то прикольчик устроить, пообниматься, посмотреть фильмы. Она всего одна. Вот, а для нее, как бы, если я других женщин ебу, это значит, я ее предал. А я вообще такого не чувствую. Ну вот просто у нее полная семья, да, у нее мама, папа, все дела, все, всю жизнь вместе. А у меня одна мама, а батя просто туда-сюда нахуерил. И для меня это нормально, блядь. Ну, типа, я просто. Я не чувствую. Когда я ебу других телок, я не чувствую, что я ее предаю. Вот если бы я влюбился в другую тёлку, это предательство. А просто потыкать хуем в какую-то вагину рандомную, ну, блядь. А хули нет? И вот у нас разное понимание любви, мы из-за этого и не можем вместе как-то ужиться. Для неё, типа, это полная семья, быть вместе, та-та-та, опека. А для меня это просто уделять время. Для меня карьера важнее семьи. И как бы, несмотря на карьеру, все равно уделять время, ну, типа, бля. А поебать других тёлок, ну и чё, блядь. И вот поэтому мы и не сходимся, блядь. Это в одностороннем порядке работает? Да, у нас очень разное понимание любви. Но при этом все, я мразота нахуй, ей говорю, что не дай бог, я тебя с кем-то увижу, блядь, оба умрете нахуй. Я собственник, я обнутый. Я типа, понял, я могу ебать кого угодно, а она никого, ни с кем не может нахуй. Считаешь, что это справедливо? Не знаю. Я не знаю, что такое справедливость. Но это так, как я чувствую. Вот все. Просто, ну, мне кажется, что мужской секс и женский секс – это абсолютно разная хуйня. Наверное, несправедливо. Ну, а где в этом мире справедливость, блядь? Её нет. Cheers. 8 утра. Там черный экран. Получилось? Да. 8 утра, сука. Когда спал последний раз? Нет, у тебя дырка в потолке. Надо выгнать от потолок. Спал, да, не думаю, нормально спал, блядь. Ну, я сегодня до 5 дня спал. Нормально спал. Охуенно спал, блядь. Вообще, вот так, в трех словах, если Моргенштерна описать. Охуевший, целеустремленный, пиздобол. Шучу, на самом деле. Охуенный тип, который сделал всю индустрию, который зажег дохуя чуваков. И пускай делает то, что делает. Дайте ему на это волю. А вот в документальном фильме, если это будет,
Что у тебя здесь на плашке подписать снизу? Напиши сутенер. Дилара первая девушка у тебя? Длительные отношения ты имеешь в виду? Ну да. Нет. Ну, настолько долго, да. А первые отношения чем закончились? Бля, это вообще пиздец, нахуй. Ты как психолог сейчас скажешь, что оттуда травмы ничего пошли. Ничего не буду говорить. Я тут подписчик, я не психолог. Ну, просто это была первая любовь, и типа вот это, знаешь, типа, ой, блядь, на всю жизнь, детей родим, на-на-на, вот это, знаешь, розовые очки, что типа, это ангел, она, это самое главное существо в мире. И она мне типа изменила, и я простил. Она мне изменила еще раз, и я простил. Она мне изменила еще раз, нахуй. Я съебался, а потом вернулся. И знаешь, я чувствовал себя тряпкой ебаной, нахуй. Но тут стоит очень важную ремарку сделать, что в самом начале отношений я с другой тёлкой пососался, как бы. Я сам начал эту хуйню. Но все равно я просто, я в ахуе был, блядь. Ну, это вот первый любовный опыт. Что чувствовал? Я ревел, блядь, просто. Как, ну, знаешь, вот это вот... разъебать все вокруг, бля, убить нахуй. Ну это прям вот вспышка гнева. Я не помню, когда последний раз такое чувствовал. Это вообще пизда, ты знаешь, получать травмы какие-то охуевшие. Потому что у тебя иммунитет вырабатывается к этой хуйне. Как с ядом. Угу. Который я сейчас, кстати, пью. Это уже не новичок, да. Это уже средний уровень. Бать. Ты будешь? Сейчас надо еще одну пачку намутить. А, вот она. Да, закури. Хули нам. Проспиртованный, блядь, с пола. Че, западло, что ли? Я... Слышь, микроб, я тебя выебу, нахуй, дурачок. Попробуй залезть ко мне в рот, блядь. Бам-бам-бам, блядь. Будет забавно, если я умру от заражения этот сигарет. Вот такой заголовок. Моргенштерн умер из-за желтого крикета. Представим, что ты сейчас в гробу. Ага. Что ты последнее бы хотел сказать миру, хуй знает, людям, кому-то? Как бы это банально нахуй не звучало, делайте, что хотите, и не делайте, что не хотите, ебать. Потому что, может быть, завтра ядерная бомба на вас упадет, ебать, а вы жизнь проебали, нихуя себе. Даже окей, не так популистски, просто задать себе вопрос, почему я живу не так, как хочу, вот. Если вы зададите себе этот вопрос, все поменяется, вся жизнь поменяется. Если честно себе ответите, то все поменяется. Это людям. Ну, еще помните, что вы не ничтожество ебучее, вы, блядь, пылинка нахуй на отрезке времени. Ваша жизнь нихуя не стоит. Вы не важный человек. Вы никто, блядь. Вы ничтожество. Всем на вас похуй. И от этого надо... Это надо использовать как... Короче, это надо принять и кайфануть с этой хуйней. А не расстраиваться. Блин, почему моему другу на меня похуй? Потому что всем на вас похуй. Вот это истина жизни. Всем на вас похуй. Как и тебе похуй на всех. Если тебе не похуй на всех... Значит, тебя очень грамотно, тебе очень грамотно промыли мозги. Вот, и, ну, выпустите все мои демки и все мои стриминги маме, все. Дилара, я тебя люблю.